Первое золото Беларуси на Паралимпиаде у бразильском Рио у спортсмена из Могилевской области. Бобруйчанин Игорь Бокий стал первым у плавания. Дистанцию 100 метров баттерфляем Беларусь проплыл за 53,85 секунды. А это еще и новый сусветный рекорд. Узгадаем, у своей паралимпийской категории Бокий – головный фаворит. Напереди у Бобруйчанина еще 6 стартов на гульнях. Ближайший пройдет у субботу.